Начало апреля для православных христиан началось с празднования одного из главных праздников – Вербного воскресенья. С этого дня начинается Страстная седмица – последняя неделя Великого поста. Перед тем, как испечь кулич и покрасить яйца, православные приносят в свои дома веточки вербы. Этот символ заменяет пальмовые ветви – символ входа Господа в Иерусалим. Божественные литургии прошли во всех храмах области. В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе ее возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Дай Бог, чтобы все в нашей жизни в этом году было благоприятно для Господа, для каждого из нас, несмотря на все жизненные испытания. Идемте, будем идти за Христом, как пошел апостол Фома, как не отреклись от Него те немногие ученики, которые были верны Ему. Православных христиан поздравил и губернатор Сергей Морозов. В этот же день католики всего мира отметили праздник Воскресения Иисуса Христа – Пасху. После масштабной реформы календаря в XVI веке католическую и православную Пасху начали праздновать в разное время. Но несмотря на то, что традиции празднования Пасхи у католиков и православных несколько отличаются, суть праздника для всех верующих остается неизменной. Поздравить вас с замечательным праздником, праздником Пасхи, Христос воскресе. На территории Ульяновской области Пасху отметили греко-католики, верующие Апостольской церкви Армении, а также христиане Западной церкви. Верующих поздравил глава региона. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.